Дорогие гости, рад вас приветствовать на форуме кейсов. Кратко расскажу о себе. Я основатель компании «Простое решение». Запускаю и сопровождаю клиентов на платформе UDS. Моя специализация – это стоматология, медицина, розничная торговля и услуги. Можете получить мою бонусную карту. Я также, как и вы, пользуюсь сервисом UDS, активно его использую в своем бизнесе. И через мобильное приложение можете мне задать любой вопрос, связанный с функционалом данного сервиса. Итак, приступим. Кейс стоматологии Happy Dent. Эта стоматология работает на рынке города Перми, представляет из себя фактически один кабинет с одним рабочим местом для команды стоматологов, да, 3 человека персонал. На старте проекта какие боли и задачи были у предпринимателя? Да? Это, собственно, высокая конкуренция, так как в Перми более, Пермь, вернее, по рейтингу городов входит в топ-10 по количеству частных стоматологических клиник. До использования сервиса UDS в стоматологии применялись прямые скидки. Порядка 10%, но они не мотивировали пациентов чаще возвращаться и делать больше чек. Поскольку это конкурентный рынок, приходилось тратить маркетинговые бюджеты, вкладывая в рекламу, в привлечение новых клиентов. Кроме того, не было автоматизированного инструмента для оценки и сбора обратной связи. Стояла также задача автоматической оцифровки сарафанного радио, потому что до старта проекта внедрения пациенты могли лишь порекомендовать качественного стоматолога, профессионала в своем деле, только устно, да, и из 10 рекомендаций в лучшем случае там доходил 1-2 человека, да, становились пациентами. Основная задача, да, при реализации подобных проектов – это, как говорил Айрат, автоматизация бизнеса. Если мы говорим о автоматизации бизнеса, в том числе в стоматологии, то она невозможна без применения современной CRM-системы. Эту задачу мы также решали в ходе внедрения сервиса UDS в стоматологии Happy Dent. Что из этого получилось? В этом кейсе мы развернули, благодаря платформе UDS, 3 мобильных приложения. И начали работать с нашими пациентами через CRM-систему. Какие у нас были мобильные приложения? Это мобильное приложение для пациента, мобильное приложение для сотрудника и, конечно же, для собственника бизнеса, чтобы он мог дистанционно видеть все текущие показатели, в онлайне отслеживать обратную связь о качестве сервиса, что для этой ниши крайне важно. Едем дальше. Одним из этапов внедрения сервиса UDS является разработка программы лояльности. В стоматологии Happy Dent мы подошли творчески к этому процессу. Каждому пациенту, который получает нашу бонусную карту, мы даем 500 приветственных баллов. Кроме того, в канун дня рождения отправляем поздравления и дарим дополнительно 1000 баллов на бонусный счет, потому что любой пациент, независимо это женщина или мужчина, в свой день рождения хочет
хочет быть, ну, как минимум, с красивой улыбкой. И мы в этом им помогаем. Подробнее о бонусной программе. На этапе внедрения я разработал для клиента пятиуровневую систему статусов для пациентов. Мы применяем бонусную программу, то есть дарим кэшбэк на следующую покупку от 3 до 15%. Причем, обратите внимание, пациенты могут получать больше вознаграждения за целевые действия. То есть, если они оставляют больше чек, да, то есть суммарное количество покупок их выше, да, либо делают рекомендации своим друзьям и знакомым. Ну и как же тут без креатива? Например, топовый VIP-статус мы сделали созвучным названию клиники Happy Dent и Be Happy. Если вы ухаживаете за своими зубами, да, и посещаете стоматолога своевременно, то как наши VIP-клиенты вы будете счастливы. Да? Be happy, будь счастлив. Благодаря бонусной программе мы смогли заложить в маркетинг 22% вознаграждения суммарно. Это кэшбэк и реферальная система. Да? Обратите внимание, что при подобных настройках в маркетинге мы смогли уменьшить фактическую скидку для данного среднерепотребляемого бизнеса до 5%, с 10% на старте. Это уже дало предпринимателю, основателю стоматологии, да, свыше 98 тысяч рублей дополнительной выручки. Реферальная программа. Основной запрос на старте внедрения был оцифровка сарафана. Благодаря сервису UDS у нас трехуровневая система рекомендаций. Суммарно мы закладываем в нее 7% по маркетингу, что позволило нам уже сейчас получить более 120 тысяч рублей дополнительной выручки. Особо хотел отметить такой инструмент, как сертификаты. Сертификаты – это дополнительная возможность нашим пациентам посещать стоматологию, пользоваться услугами, причем делать это выгодно. Сертификат – это электронный инструмент, который доступен на главном экране мобильного приложения пациента. То есть это еще одно напоминание о нашей клинике. На сегодняшний день за счет сертификатов мы получили плюсом более 60 тысяч выручки. И как же оцифровать пациентов? Очень просто. У нас автоматизирована CRM-система. На сегодняшний день за 7 месяцев 528 участников программы лояльности. Кроме этого, мы видим их пол. Да? У нас меньше мужчин, больше женщин. Оно и понятно, наверное, женщины чаще следят за своим состоянием здоровья. Видим средний возраст. Это позволяет нам таргетированно работать с аудиторией наших пациентов и добиваться лучшей конверсии. Это кейс в кейсе, по сути. Мы получили возможность видеть топ наших пациентов. Вот, например, это кейс молодой женщины, которая за 3 месяца посетила Happy Dent более 12 раз. Причем ее средний чек более 10 тысяч рублей, на 43% выше, чем в среднем в данной стоматологии. Почему так произошло? Потому что наши пациенты имеют возможность прийти бесплатно на первичную консультацию, получить план лечения. И благодаря вовлеченности команды в работу с пациентами нам удается достигать подобных результатов. Одним из примеров вовлеченности персонала является Иващенко Светлана, стоматолог-терапевт Happy Dent.
которая прежде всего заботится о качестве услуг, да, и надлежащий сервис оказывает всем пациентам, которые приходят к ней по записи. Кроме того, она легко разобралась с возможностью использования приложения сотрудника и эффективно использует его в своей каждодневной работе. Немаловажным фактором уже сейчас на платформе UDS мы собрали 92 оценки качества обслуживания. Средняя оценка 5 баллов. Кроме того, мы попросили наших пациентов оставлять о нас отзывы на сторонних агрегаторах. В этом кейсе наши пациенты оставляют обратную связь на агрегаторе 2GIS. На сегодня уже 13 отзывов они оставили. Среднюю оценку мы также получаем стабильно 5 баллов. Да, мало того, наши пациенты оставляют не просто отзыв по количеству звезд, по рейтингу. Они пишут мини-произведения, да, тратят на это время. И мы с радостью благодарим их за это бонусными баллами. И еще лучше понимаем, кто из сотрудников оказал, скажем так, максимально качественный сервис и отработал с этим пациентом. Что мы имеем? Благодаря использованию сервиса UDS за 7 месяцев мы получили дополнительно более 540 тысяч рублей выручки. На это повлияли следующие факторы. Благодаря бонусной программе мы смогли увеличить средний чек в стоматологии на 11%. Обращу также ваше внимание на тот факт, что UDS как источник трафика привлек к нам в бизнес клиентов, которые стали пациентами, и это дало дополнительно 142 тысячи рублей. Но, естественно, мы получили выручку за счет рекомендаций, о чем я говорил выше, и за счет работы с сертификатами. Кроме того, мы смогли оптимизировать свои затраты и получить экономию суммарно более 260 тысяч рублей. То есть мы перешли на кэшбэк с прямой скидки, мы сэкономили на пластике, да, мы получили возможность отказаться от затратных рассылок, когда у нас появилась возможность коммуникации с пациентами через пуш-уведомления, где мы даем им полезный контент, рассказываем, как ухаживать за зубами, говорим о новостях и трендах в этом сегменте медицины. Ну и, конечно же, мы полностью отказались от каких-либо затрат на рекламу, что позволило сэкономить значительный бюджет, более 84 тысяч рублей. Итоговый профит от внедрения UDS за 7 месяцев составил 807 тысяч рублей. Обратите также на инвестиции со стороны стоматологии в этот проект. На старте проекта собственником бизнеса Коромысловым Игорем было принято правильное и однозначное решение купить лицензию, разово инвестировать в нее средства, да, с годовой абонентской платой. Благодаря этому мы работаем в формате годовой подписки и получаем дополнительные бонусы от компании 2 месяца бесплатного обслуживания. Второй момент. Каждый бизнес, в том числе стоматология, должны получать качественный сервис по запуску и сопровождению на платформе. Игорь Коромыслов, как владелец стоматологии, обратился ко мне. Да, мы заключили с ним контракт,
и он получил поддержку по запуску и сопровождению сроком на 3 месяца. То есть суммарные инвестиции по проекту составили 150 тысяч рублей. Обратите внимание, что окупаемость проекта у нас фактически пятикратная, да, при затратах 150 тысяч рублей на покупку софта и на запуск на платформе стоматология смогла заработать более 800 тысяч рублей. Друзья, я призываю вас активнее использовать диджитал-инструменты в бизнесе и добиваться хороших результатов. Мои контакты можете получить, отсканировав данный QR-код. Буду рад видеть вас не только в онлайн-пространстве, но и в нашем офисе. Я нахожусь в городе Пермь и каждый четверг провожу мастер-классы для предпринимателей. Благодарю вас за внимание. Хорошего дня. Благодарю, Сергей. Отличный кейс. Ребят, как раз у кого-то там